Всем привет! У нас здесь продолжается заигрывание Томочки к Ливсику. Вот так. Ливсик сейчас ему, по-моему, будет сбрасывать игрушки. Нет, не будет. Вы на это только посмотрите. Сам изъявил желание общаться с Ливсиком. Обычно он его не изъявляет. Сбросил такие, я же говорила, сейчас будет сбрасывать. Какие интересные у вас взаимоотношения, товарищи. Да. Здрасте. Привет. Привет. Ой. Этот к моим тапкам, это понятно. А Томочка, по-моему, думает, что Ливсик от него убегает. Испугался зеленой птички, да? Ты чего запки за... А, там Алиса. Что? Ливсик, не рви мне тапки новые. Ну, не новые, но мне в них тепло. Что, Томчик? Вот так оставь, теперь нельзя оставлять наедине, да, а то я могла выйти хотя бы немного тут. А что это за вокруг меня за ходьба, товарищи? Я так не могу снимать. Такое ощущение, что тебя Лисик действительно прогоняет зелень. Да, зелень? Ты такая смелая? Да. Кря-кря-кря. Все, ясненько. Ясненько, понятненько. Мы шли туда. Съесть еду Ливсика. Ливсик, съест твою еду. 100 пудов. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока.